Знаете, по этому матчу игра забывается, счет остается. Очень нужная победа. Да, ребята сегодня из себя выжили. Все, что у них было, все силы отдали. По игре, говорю, да, видно было, что не успевали в очень много моментов. Это претензии ко мне по физическому состоянию. Так, ребята, молодцы. Вырвали. Максим Николаевич, мы знаем, что Костя Базилюк человек особой мотивации. Как-то что-то особенное, может быть, ему сказали? Ничего ему не говорил. Я ему сказал, готовься. Обязательно выйдешь. Выйдешь и забьешь. Знаете, когда говорю, ты должен забить, получается все наоборот. Поэтому я ему ничего не говорил. Сказал, что красавец. Да все ребята молодцы. Я говорю, видно было, что желание, говорю, из последних сил вырвали победу. Алексей Николаевич, ваш коллега Виктор Платов был, очевидно, явно расстроен. Он сказал, что по такой игре хозяева, то есть ваша команда, создала меньше подходов и острых моментов, чем «Спартак». Вы с этим согласны? Да, возможно, согласны. Но... Понятно. Я уже сказал. Да. Игра забывается, счет остается.